Мои хорошие, всем привет! Привет, вы на канале «Пиратская жизнь». Слушайте, у меня к вам вопрос такой. Я тут себе сумку еще одну заказала, вот, которая мне понравилась. Вот такая прикольная сумочка. Вчера заказала, но я заказала ее, не сразу оплачивала. То есть оплата, постоплата. И вот она у меня была 1751. Сегодня захожу, точно такая же сумка, 2189. Смотрите, вот такая вот сумочка прикольная, красивенькая, да? Вот, она из эко-кожи искусственной, бежевая, красивая. Вот, изначально я ее заказала 1751, а сейчас она получается 2189. Кто знает по поводу Wildberries, да? Там, когда забираешь, ты ее платишь по какой цене, получается? По вот такой обозначенной или вот по новой? Я прям сижу такая вся на измене, фига себе. Еще и цены подняли, с ума сойти. В общем, вот так вот. Да, сидим тут с Валаном, обсуждаем, он тоже говорит, надеюсь, а что ты ее сразу, типа, не выкупила? Я думала, ну, блин, а вдруг она мне не понравится, вдруг я ее сдам обратно. Я очень надеюсь, что будет вот так вот. То знаете, сколько здесь получается? 400 рублей просто сверху, 450 даже. Нормально так. Прям раз и все. Вот, кстати, кто уже с таким подобным сталкивался, напишите. Хотя вроде как и написано, что 21 день на возврат. Вот, и бесплатная доставка, примерка, все дела. Но, блин, у меня там карточка просто привязана. Но мне кажется, должно быть по старой цене. Я очень на это надеюсь. А если по старой цене, то получается, я очень круто успела. Как-то так, напишите, жду. Хоть из дома выбрались. Ой, то я сейчас на этих форумах зарылась вообще с ума сойти. Кто чего пишет? У народа паника. Все, куда податься? Там чуть ли деньги. Кто-то в Киргизию, кто-то в Беларуси, кто-то в Казахстан деньги пытаются переводить. Пишут, да, истории, что там кого-то кинули и так далее. Вот, вспоминается женщина у меня, та, которая рассказывали, что которая по 120 купила на пике. Вот, и сейчас, как говорится, волосы рвет. А сейчас прикиньте, если у нее деньги лежат на подобном учете. Она еще и за хранение будет платить. Сумасшедший дом. А причем, кстати, я читала, что, скорее всего, возможно, все банки такие ведут про отрицательные вклады. Люди будут бунтовать. Да, то есть, прикиньте, люди копили-копили всю жизнь. Вот именно, пиздец. А теперь у них последним, блин. Да. Тут еще он объявление, что хотят отключать воду. Ну, у нас это плановое отключение горячей воды. Вот 4 дня не будет. Вот, правильно вам говорят, представляете, люди всю жизнь копили-копили-копили-копили, складывали на этот счет, а у них теперь в месяц по 1% будет убираться. Сумасшедшие думачи, что творят? Причем, кстати, хотят реально во всех банках такое вести. Это... Какой апрель у нас здесь растет. Ой, ландыши. Вообще какая прелесть. Все, идем, 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 идем. Кстати, надо еще скоро эти покупать таблетки. Все заканчиваются. Сейчас мы за овощами идем. Надо укроп, нам надо лук, надо огурцы. Редиску. Картошка есть. Ну, картошку надо покупать. Че, Ван, как жить-то будем, а? Как на пенсию-то хранить, а? На ваш... В чем? В белорусских тюбриках или в чем? В зайчиках. Я предлагаю, знаешь, пушнине. Раньше, кстати, очень хорошая такая была валюта. Пушнине. Я предлагаю купить мне шубу. А я предлагаю водку. Водки, кстати, хорошая тоже валюта. А я предлагаю купить мне норковую шубу. Вот за 180 я победила. А за 200 не хочешь? Ну, у нас не так много денег. Можно за 200, конечно. Вот тут цветочки всякие. Фрукты овощи. Водки продаю, да. А мы к нашим ребятам идем. У них там все купил. А как отсвечивать? О, зашли к ребятам. Виноград у вас, кстати, очень вкусный. Нам понравился. Виноград хороший. Прям понравился, да. Классно, яблоки тоже у них. А яблоки, кстати, откуда? Тоже не спросили. Это свежие, сегодня привезли. Откуда? Они не спросили. А, не спросили? Вот Молдавия осталась. Молдавские, да, яблочки по 165. Не, виноград там вкусный. Он нам очень понравился. Абрикосы. Фата. Фата. Вот абрикосы узбекские. Угу. Вот еще. Это Киргизия. Угу. Киргизия, да? Вот слева иранский пока. Иранский, да? Да. Слава богу, не под санкциями. Ага. Вот здесь, ага. Ну, мы пока на окрошку собираем. Ага. Набор. Ну, ладно. Крошка, кстати, там голубик прям такая. Вот здесь попробуйте. Все, вырос парнишка-то. Говорю, вырос ты как прям вообще? Сколько красавчик. Получается? 728. Попробуй, кстати, сколько свежих. 573 тогда. Лук, все, зелень все есть. Помидор прям классный.
супер вырос. Посмотрите. Вон там написано. Вот, смотрите, черешня какая классная вообще. 40 кубинка. 265, а может быть, тебе сейчас посмотрим. Красная, хорошая. От мушмула 650. Кстати, надо будет в следующий раз прикупить. Помидоры вот мне просили показать. Чего? Вишенку. Вишенку? Да. Какую вишенку? Черешню, что ли? Да. Не, я хотела эту голубику попробовать. Нету, кончилось. А, ну ладно. Тут... Нет, там есть голубика, но что-то это. Вон там она есть голубика. Попробуй здесь. Да. Ну, в следующий раз возьмем. Вот. Вот, у нас сейчас пока еще есть, да, вот. Помидоры классные такая, дагестанская. Мы прям пробовали, очень классная. В общем, помидоры прям поехали. Вот такая вот, смотрите, ух, крупнячая. По 175, в общем, цены абсолютно все разные. Все, давай, пока-пока. Пошли мы. Все, спасибо, друг, спасибо. У вас, как всегда, все хорошее. Мы, говорю, все ходили в спар, сейчас только к вам. Надо обедом проходить, красиво. Еще красивее, да? Надо, надо. Мы до обеда спим. Вот здесь тоже слива всякая. Со скидкой, да. Это да. Распродажа. Не, ну зато цены, смотрю. Молодцы. Красавчик. Ну все. Всего хорошего. Спасибо большое. Аптеку пришли. Посмотреть, что тут. Сколько стоит у нас. Вот он. Баланс будет сейчас вот таким вот такой чек. Мы недавно покупали. Вот эти вот. 1200 стоят. Вот. А он есть вон тачи. 50 тоже. Ладно, все, пойдем. Так. В общем, взяли. Взяли таблетки. Вот. И Вовкиного сублата нету. Где там есть? Ну-ка. А я куда где, мы где едем? Пишешь? Звездинка. Да? Да. 3А. Звездинка 3А, а где там? Ну, я не знаю, это на той стороне. То есть не где мы обычно сажаем. А на Покровке нету нигде? На Покровке нету. Есть на Гагарина, Бикетова, Звездинка и на Овцовой. А цены там не указаны? Нет, не указаны. Представляете, даже уже таблеток нету, писец вообще. Ой. Так, ладно, кстати, сейчас можно зайти в другие аптеки, так узнать. Там еще Вита есть. Пойдем до остановки, пойдем там спросим. Мы, я там, помню, сколько мы брали. Не было. Мы сколько брали? 2600 примерно? 2700. А что ты мне вот раньше не сказал? 5 таблеток осталось, он вообще все пофигу. Ты, короче, в аптеку Вита узнали, там тоже нету этих суглата Вовкиного. Вот, но можно под заказ заказать, будет стоить 2649. 79. Ну, вот вызывай 79. Вот, сейчас поедем в другую аптеку, узнаем. Прикиньте, вообще даже таблеток нету. Ой, какая прелесть бежит. Ой, вот колеса. Мне так нравятся корги. Ой, какие прелести вообще. Да, он опять что-то... Кроссовки испачкали, в общем, с белыми. Вон, видишь, что тоже испачкал. Это было. Да? Да, ты так мыла. Я так, конечно, я так мыла. Да? Вот в том-то дело, что ты нифига не делаешь. Да, да, да. Поэтому у тебя никогда претензий нету. Да, да, да. В общем, походу придется скоро их стирать. Первая белизна уже прошла. Обидно. Так, сейчас едем давай таблетки. Сейчас уже 1600 отдали. Эсхолы всякие вот там, противодавления. Сейчас еще надо будет 2600. В общем, в общей сложности 4000. Нет, 4, даже больше 4. Ой, покой мне только снится. Куча денег уходит. Пиздец. Мы купили 2679. Чуть подороже, чем в Вите. Нет, 2600. Это вот это стоит, а это где-то, ну, рублей 80. Я вот такую скорбинку себе взяла. Люблю ее. Вкусную. Суглат убрал. Все. Вот у них есть вот эти зеленые ценники в Максавите. В них можно списать, соответственно, баллы. А вот и только по этим вот зеленым ценникам, что они предлагают? Какой-то чай непонятный, зубная паста, детское питание. Не только. Я что-то ничего не вижу. А, вот еще какие-то капли. Гилан. А еще такое вот лекарство. И что-то для ног. Как это прислал этот у нас наш инструктор? А? Принять ванну перед экзаменом. Перед экзаменом ванну? Да. Еще. С этим, с ароматным это. Успокаивающим это. Типа масло. Расслабиться? Да. У меня есть другое средство. Так, и что у нас тут еще есть? А, больше ничего и нету. Здесь вообще ничего нет. А, не, вот здесь еще есть. Либридер, вот, видишь, у них тоже. А, подожди, так она сказала, вроде с них списать можно, и они еще и зачисляют, да? То есть повышенный бонус. Да.
Либердейр. Либердейр. Ну, вообще получается, как, ну, вот эти вот копятся эти бонусы, и что-то непонятно. Куда мы, что? Либердейр, да. Ну, все, пошли. Все купили, что хотели, слава богу. Вот сколько сейчас получается? 1600, 2700, в общем, короче, 4200 в общей сложности купили лекарства Вовчику. Причем, кстати, все тебе купили, опять же, все тебе. Вот считайте на месяц. Не, ну вот смотри, эсхол тебе получается на месяц, потому что я 1,5 таблетки в день, то есть 45 таблеток, там 50 всего лишь, на месяц. Суглат тоже на месяц, вот представляете, у нас, грубо говоря, 4-5 тысяч, а, еще всякие там лазартаны и прочее как там от давления. В общем, 5 тысяч только у Вовки уходит на таблетки. Сумасшедший дом. А вы говорите, куда у вас деньги уходят? Вот 5 тысяч только на таблетки. Слышишь, как здорово тут играют. Ну, супер. Класс. Вот, вы говорите, зачем он на Покров ходит? Здесь постоянно, каждый день что-нибудь такое происходит. Да, постоянно что-то веселенькое, интересненькое. Люди разные, музыканты разные. Красота. Я затем погода просто шик. Вон, я себе кофеечек взяла. Он себе лимонад какой-то взял. Вот, идем, болтаем, обсуждаем все. Все и всех, всем кости перемываем. Как вы нам, так и мы вам. Да, всех подписчиков, всех зрителей, всех комментаторов, всех, всех перемываем. Да, Вован, всем кости перемываем тоже. Вот так вот. Ой, всем хорошего настроения, хорошего вечера. Чё, на трава их хочешь? Да ну нафиг, пешком. Пошли пешком, я вообще домой предлагаю пешком. Погода хорошая. Тебе лишь бы свою попу садить. Я этого не хочу. И так дома сидим целым днем. Как хоть прогуляться. Все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Понял? Если что, ты дашься, дашься. Давай, анекдот ты себе вам классно рассказал. Давай, Винни, Винни. Что там? Винни, Винни, а куда мы идем? В лес. Денис, Винни бить. Ну? Винни, Винни. Они там водятся? Конечно. Винни, Винни, они нам дадутся? Тачок, я тебя спрашивать не буду. Пошлый муж у меня, пошлый девочки, пошлый. Винни, Винни. Мне прикольно получается? Винни, Винни. Похоже. Сейчас пара Вован тут изучает акции. Да, томаты. Что тут у нас и... 169. Ну, овощи где мы это? Купили сегодня. Азербайджанские мясистые по 169. Где? 169? Вон там, наверное. Их тут что-то много, тогда я. А черешня почем? Прошлось. Нету? Вон, 229. Ну это в этом, в лотках. Ну пошли, уже так изучай. Что ты? Все равно хочешь поднимать тем же путем. Пошли. Вот. Будем искать, да. Будем искать, да. Да, да, да. О, кстати, да. Черешенка. Он хороший, кстати. Может, я возьму еще? Мы вчера целое блюдо сожрали. Такое. Че? А, еще там еще есть? Я пошла. О, видите, вот видите, как стоит. Отстань. О, видите, ящик как стоит. Я вчера вот так вот из него прям раз, раз, раз. Не, ну хороший прям тут. Крупная такая. Блин, еще что ли взять? Вообще прям классная. Так, ладно, все равно так убрала. Все, что у нас здесь еще? О, смотри, голубика вообще 500 стала. Они с ума сошли? Я вчера по 600 брала. Они хренили? Слушайте, она вообще дешевеет. На глазах. Ну ладно, пока все. Она долго там не написана? Там про голубику ничего не написано? До какого числа она? Вот она, подожди. Вот. По 22. Подожди, во.
Вот, голубика отбой, Марокко, 500 грамм. Понятно. Вообще, она, считай, по 1000. У ребят 1500. Ну, конечно, у них тоже прям классная. Это по... А вот, с 9 по 15 июня. Ну, короче, съедаем это, и потом будем брать здесь эту голубику по 500. Перье, 79. Перье? Ну, перье у тебя слипнется одно место. Чего? От перье. 79, она была 135. Перье. Да. А ты ее даже не, блин, пробовал. Вот, смотри, видишь, 31,90. Ну, вот это твой размерчик. То. А лучше там 20 что-нибудь еще такое, знаешь? 26 вот, Надя. Вот, 20. Вот. С малиной и с лимоном. Вот, вот, вот. Видишь, это уже твой размерчик. Мы сегодня 4 с лишним тысячи потратили только на лекарства. А он тут еще и выпендривается. Я вообще, кстати, знаешь, что хочу? Просячие, погрузи. Я хочу вообще блинов взять. Шея спинная, 389. Кстати, надо мясо купить, что-то надо сделать. У нас там куриные ноги есть, я не знаю, что с них пожарить или что такое сделать. Здесь брокколи. Красиво сюда разложено. Брокколи. Цветная. Зеленуха всякая. Вот есть щавель. Всякий разный. Щавель, 49,90. Щавель, конечно, не дешевее. Вот базилик вообще, кстати, дорогой. Красный, 199, вообще очень дорого, я считаю. Очень-очень дорого. Ну что там, все? Пойдем. Наш любимый спар. Люблю я спар. Вот в Пятерочке, в Магните вот такого вот нет красоты. Там все навалено, в пакетиках все. Не очень свежо, красиво. Нашел, да? И вот эти по 169. Ну какие-то они пластиковые, смотрите, честно. Хотя у ребят тоже такие же я видела сегодня. Ой, да. Ну прям вообще... Там еще пульцефея не хватает для полной картины. Ну, может, поэтому и снизили цену? Не знаю. Вот, черики. Луховицкие. Тоже мокренькие? В воде были. Кстати, да, пахнет водичкой. 119. А мы сегодня по 75 такие классные взяли. Так, нужна капуста. Подожди. Вот, капуста. Я хочу щей. Щей. А крошку потом, ну, щей. А я... Ну ладно, да, каждый день ходим. А сначала крошечку, потом вот. Лук у нас, по-моему, есть. Свекла хорошая. Смотрите, 69. У нас хорошая такая свекла. Картошка красная. Вот у них картошка дорогая. 95 рублей, ребята немного дешевле. Она, видите, мелкая вся. Вот, считайте, вот мой палец, вот, видите, мелкая. Мороженое мое любимое, что-то никак все в цене не падает. 729. Я очень люблю вот это Baskin Robbins Praline. Кстати, кто не пробовал, обязательно попробуйте, если есть возможность. Оно вообще такое вкусное. О, просто прям. Вас не оттянешь. Это соленая карамель. Вот там вот этот орех пекан. Это прям вот взрыв вкуса. Прям уж советую. Вот. У них сменились, короче, цены. У них, блин, эти яйца вот вчера были 49. Я не понимаю. Голубик у них дешевеет, яйца у них дорожают. Что за хрень? Яйца, это куры перестали нести. Вообще, да. И что, у них получается самые дешевые? Да. Писец. Только вчера были по 49. Ну, мать ваша. 54. Че? Не, ну вот эти хорошие. Золотые 7. Золотые 7? По-моему. Не, ну вот эти тоже хорошие. Я брала его, Чапола. Только вчера они были 49. И поверьте, это вчерашние яйца, я точно помню. Те же самые. Да, только стоят они уже дороже. На, пойдем. Ой, так, что дешевее, что дорожает. Обидно. Нужно каждый день ходить. Тогда, да. Гулять так с музыкой. На, читай давай. Щуга. Ну, давай вот это вот возьму, с лимончиком. Перье. Девочка, у нас будет сегодня вода, перье. 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 Да. Перье. Она в какой-то веке по акции. Хоть можно попробовать, да. Водичка перье. Перье, да. А вот перье. Мы это, мажоры. Мы пьем только перье. Перье, девочки, перье. В общем, купили мы водички перье, девочки перье, на 617 рублей. А вот, а в итоге что взяли? Квас, дорогущий ящик. Ну, так это? Всегда как-то отличается. Новые фреш пакеты. Взяли вот такой квас. Это лучший квас для крошки по версии Вована. Ой, фу, какой вонючий. Сейчас что-то воняет, вообще пиздец. Такое ощущение, как будто его из какашков сделали. Из переработанных. Да, из переработанных какашек. Так, взяли курочку. Мы завтра сделаем бедра. Колбаску. Такая тоже по акции молочная. Стародворская. На эту. И вот эти вот
Я ички. Подожди, еще это. Ой, да. Шабата. Итого, все у нас получилось на 617 рублей. Опять 7 рублей пакет, 123 окорочки. Букет чуваши 171, твои, да. Чабата 30, вода минеральная 79 и что тут еще? Колбаса 139. В общем, короче, вот так. И будем мы сегодня кушать, точнее, пить перье. Девочки, у нас сегодня перье. Все, любим всех, целуем. А, наши эмоции от перье узнаете в следующем выпуске. Любим, целуем. С вас лайки, подписки, пока-пока.